Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить неаполитанский салат с курочкой. Курочку я взяла филе, отварила ее, теперь порежу небольшими кусочками. Курочке добавлю перец и помидоры, порежу также небольшими кусочками. Добавлю в салат немного шампиньонов, порежу и слегка их обжарю. Грибы утушились, отправляем их в салат. Добавим немного соленых огурцов, я их порезала достаточно мелко. И последний ингредиент – красная фасоль. По желанию можно добавить немного чеснока. Заправляться будем майонезом. Салат очень необычный и безумно вкусный. Он очень яркий и насыщенный. Огурцы и чеснок придают особую пикантность, а овощи делают его совсем не сухим.